Мы для вас приготовили небольшую развлекательную программу. Немножечко пошутили над футболистами. Я надеюсь, они не будут в обиде. Поэтому хочу вам представить наших ведущих. Пожалуйста, поприветствуйте Настю Евтюгину, вратарь нашей команды. Настя невероятно красивая, творческая, учится на телеведущую. Да и вообще просто человек хороший, что тут сказать. Также в паре с Настей наш вечер сегодня будет вести Рамзан, тренер нашей команды. Поприветствуем его. Рамзан не так давно появился у нас в команде, но за это время мы научились не бояться мяча. По-моему, это здорово. Ну что же, ребят, оставляю вам наших гостей, покидаю вас. Еще раз благодарю вас всех и хочу пожелать вам отличного вечера сегодня и насладиться нашей компанией. Спасибо большое. Всем привет! Добрый вечер! Сегодня мы хотим познакомить вас с игроками женской футбольной команды «Славянка». С нашим капитаном вы уже познакомились, теперь осталось представить вам наших участниц. Встречаем подборные аплодисменты. Итак, Дарья Бирюкова. Наталья Атласова. Анна Дудина. Полли Канаве. Елена Малинина, Анна Касаткина, Ирина Черпакова, Анастасия Черпакова, Полина Дорожкина, Анастасия Евтюгина. И наш капитан Анна Шамко. Девочки, я вас попрошу пройти. Да, фото сделаем. Давайте фото совместное. Спасибо.